Парни, какие секреты вы никогда не раскроете девушкам? Привет, ребят, спасибо, что пишете комментарии и ставите лайки. Ну что, давайте здесь с каждого по комменту длиннее 4 слов. Вы правда очень сильно помогаете моему каналу, спасибо вам. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Конечно же, я пользовался теми декоративными полотенцами, которыми нельзя пользоваться. Кто кладет полотенца, которыми нельзя пользоваться рядом с раковиной? Это была декоративная раковина. Когда на вопрос «О чем ты думаешь?», я отвечаю «Ни о чем», есть 3 варианта. Первое – я вообще ни о чем не думал. Второе – думал о чем-то совершенно абсурдном, что я либо не могу выразить словами, либо о чем стесняюсь рассказать. Третье – я забыл, о чем думал, как только ты меня спросила. Та штука, с которой ты сказала мне быть осторожным. В общем, я сломал ее, но починил до твоего возвращения домой. Почему вы заваливаете наш дом таким количеством крошечных хрупких вещей, которые так легко сломать такой тупой глыбе, как я? Когда я сижу и выгляжу обеспокоенным, я просто думаю о какой-то глупости, которую не хочу объяснять. Как бы я переключал каналы пультом, если бы вместо рук у меня были лапы, как у велоцираптора? Если мы только начали встречаться, возможно, я не буду так откровенен со своими чувствами, но это не значит, что ты мне неинтересна. Иногда я веду себя так, потому что я не знаю, что ты чувствуешь, и боюсь, что ты бросишь меня. Это то, над чем я пытаюсь работать, и я знаю, что это может завести наши отношения в тупик. Особенно, если другой человек также боится ранить свои чувства. Я не так уверен, как это может показаться по моим действиям. Послушай, вот в чем дело. Действовать уверенно и быть уверенным – это по сути одно и то же. Притворяйся, пока это делает тебя мужчиной. Мне нравится, когда женщина кладет голову мне на плечо или грудь, без сексуального или романтического подтекста. Это просто заставляет меня чувствовать, что я значим, или напоминает мне об этом. Я мужчина, и я люблю обниматься. Мы можем быть очень неуверенными, чтобы рассказать вам о своих чувствах. Бешеная драка в стиле кунг-фу, которую я представляю, когда мы стоим в очереди на почте. Удушающий захват ногами. Всегда начинайте с удушающего захвата ногами. Дайте всем с самого начала понять, что вы серьезно относитесь к делу. Мы не всегда возбуждены и не всегда контролируем большинство наших стояков. Чаще всего мой дружок просто решает поставить меня в неловкое положение. Существует 3 вида эрекции. Некоторые возникают из-за сексуального возбуждения. Некоторые возникают в период нервного напряжения. Но есть загадочный 3-й вид, природу которого никто не понимает. Бывает, твой шланг решает взять дело в свои руки. Меня раздражает, когда вы говорите, что не хотите картошку фри, но затем берете мою. Я имею в виду, какого черта? Не твою, а нашу картошку фри. Картофель фри должен быть 2 размеров, обычный и моя девушка не голодна. Я редко делаю это, но однажды я взяла немного картошки фри у своего парня и извинилась за то, что украла ее. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, это не моя картошка, это наша картошка. По-прежнему это самая романтическая фраза, которую мне когда-либо говорили мужчины. Мы смотрим на вашу задницу каждый раз, когда вы проходите. Мы не смотрим на все женские задницы, может быть, только если мы одиноки. Но если мы в отношениях, мы смотрим на вашу задницу каждый раз, когда вы выходите из комнаты. Я 1000 раз видел задницу своей жены и клянусь вам, что посмотрю на нее еще 1000 раз. На самом деле у меня нет секретов, просто небольшой совет. Обычно мы совершенно ужасно читаем ваши тонкие намеки. Мужчины обычно не очень искусны в этом. Если вам нужно что-то, вещь, которую вы хотите на свой день рождения, или вы хотите, чтобы вас отвезли, чтобы вкусно поесть, или вы чувствуете себя возбужденной, вам лучше сказать нам прямо. Моя жена узнала об этом, и теперь наша жизнь прекрасна. Однажды она прямо спросила, о чем я думаю, потому что я явно отвлекся и не обращал внимания на то, что делаю. И я прямо сказал ей, что обдумываю, как пройти одну из битв в компьютерной игре. Она все еще непроходима из-за серьезного бага катсцены, которую нельзя пропустить. В 9,5 из 10 случаев я 3 недели назад видел мем, который ты мне прислала. У каждого парня есть история о том, как они начали передергивать. И первое, они делали это ненормальным способом, не таким, которым они делают это сейчас. Второе, скорее всего, их это действительно смущает, поэтому они не скажут вам ничего. Если я прошу тебя повторить то, что ты сказала, это значит, что я тебя не расслышал, черт возьми, а не то, что я тебя не слушаю. Какой бы некрасивой вы ни казались себе, всегда найдется парень, который считает, что вы выглядите потрясающе. Я не знаю, как к этому относятся женщины, но нас редко обнимают, поэтому каждое объятие делает наш день ярче. Только не забудьте пояснить, что мы просто друзья, если парень неправильно обнимает вас.
Мы используем одно и то же полотенце для лица и для яиц после душа, только в такой последовательности. Да. Я не возбужден, это просто стояк. Вертеть своим дружком как пропеллером вертолета в действительности не так уж и весело. Говори за себя. А теперь, если вы меня извините, я пойду и повеселюсь. Иногда мы просто не хотим с вами разговаривать. Мы все еще любим вас, но пожалуйста, перестаньте болтать. Когда я говорю, что мне интересно, я говорю так только из-за того, что не хочу ссориться. Хотя на самом деле мне не интересно. Если вы наш друг и тянете на 4 из 10, мы не раз думали о том, чтобы переспать с вами. Мы друзья не по этой причине, и мы не обязательно будем заниматься кексом когда-нибудь. Но мы определенно думали об этом. Мы напуганы, и нам нужен кто-то, кто поддержал бы нас. Когда вы заставляете нас спать на диване, мы действительно не против, диваны довольно удобные. Дело не в джинсах. Твоя толстая задница делает твою задницу жирной. Мы никогда ничего не забываем. Первый поцелуй, первая девушка, первое свидание и все такое. Эти события являются для нас ориентирами, знаками для самих себя, что мы достойны как партнеры. Они важны для нас, даже если содержание того, что мы на самом деле вспоминаем, в другой ситуации мы бы предпочли не вспоминать. Я вспоминаю тебя, первый кексуальный партнер. Не говори «у меня болит голова». Скажи «можешь принести мне ибупрофен». Не говори «телевизор слишком громко играет». Скажи «выключите телевизор». Кроме того, у меня нет особых предпочтений в еде, если только это не стейк вечер. Поэтому, когда я говорю «я не знаю, что я хочу на ужин», я серьезен. Когда я предлагаю 3 или 4 варианта, а ты отказываешься от всех, твоя очередь придумывать меню. Когда я предлагаю 3 или 4 варианта, а ты отказываешься от всех, твоя очередь придумывать меню. Позвольте мне рассказать вам историю 5-2-1. Чудо выбора еды. Я уже постил ее раньше. У меня есть решение, я узнал о нем на Reddit. Называется 5-2-1. 5-2-1 распределяет решение на разные части мозга, каждый из которых может решить одну часть проблемы. Это мой анализ того, почему данная система работает. У меня никогда не было такого, чтобы данная система не работала. Во-первых, неважно, кто начинает, потому что тот, кто первым задал вопрос, проигрывает. Кто бы не спросил другого человека, что тот хочет есть, он проигрывает. Кто бы не спросил другого человека, что тот хочет съесть, он проиграет. Другой человек может начать, или он просто может спросить человека, который начал. Но в любом случае, кто-то начинает и называет 5 мест, где можно поесть. Кто угодно может назвать 5 мест или блюд. Для этого используется совещательная часть мозга. Если ты не можешь назвать 5 мест, то тебе нужно заткнуться и выбрать что-нибудь из предложенного, потому что ты слишком придирчив. Ты проиграл, заткнись и выбирай. Затем ход переходит к другому человеку. Этот человек сужает список предложенных мест или блюд с 5 до 2 вариантов. Это задействует критическую часть мозга, она же негативная часть. Другой человек выбирает 2 варианта, но на самом деле он просто вычеркивает те, что ему не нравятся. Важно отметить, что он не задействует совещательную часть мозга и не добавляет элементы в список. Мы уже прошли этот этап, он может только сузить список, и тогда мы увидим прогресс. Может ли этот человек раскритиковать все 5 вариантов? Нет, заткнись и выбирай, ты проиграл. Тебе дали 5 вариантов, и все они тебя не устраивают. Тогда ты, очевидно, так сильно беспокоишься, что тебе нужно просто выбрать. Затем ход снова возвращается к первому человеку. Все, что ему нужно сделать, это решить, какой из 2 оставшихся вариантов ему нравится больше всего. Этот ход использует положительную часть мозга, которая говорит, чего он хочет больше всего. Каждый может выбрать один из 2 пунктов. Ты не можешь жаловаться на оба варианта, из которых тебе нужно выбрать. Будто бы предыдущий человек сделал неправильный выбор, потому что он выбрал из тех 5 вариантов, которые ты предложил в самом начале. Если ты придираешься, ты проигрываешь, и тебе приходится заткнуться и выбирать. Простой пример с фастфудом. Не потому что фастфуд хорош, а потому что вы все хорошо поймете этот пример. Парень, что бы ты хотела съесть? Девушка. Ой, мне все равно, что ты хочешь. Мне все равно, что ты хочешь. Девушка. 5-2-1. Ты спросил, начинай. Парень. Макдональдс, Бургер Кинг, Вендис, Чипотле, Карлс Джуниор. Давай. Девушка. Бургер Кинг и Карлс Джуниор. Парень. Бургер Кинг. И они идут в Бургер Кинг. Потому что никто не проиграл, им нужно было просто заткнуться и выбирать. Обычно почти никто никогда не проигрывает, распределяя проблему на разные части мозга. И разных людей это освобождает вас от идеального выбора. Вы проводите мозговой штурм, критикуете, а затем выбираете то, что хотите, или подбрасываете монетку. Вот и все. 5-2-1. Вам не нужно знать, почему это работает, просто знайте, что это работает. 5-2-1. Отредактировано, поскольку люди добавляют этот совет в закладки. Вы проигрываете, на самом деле означает, что вы оба выигрываете, потому что придирчивый человек теперь выбирает, где поесть. Так что он выигрывает, он получает то, что хочет, а другому, непривередливому человеку, не нужно выбирать, где поесть, так что он тоже побеждает. Один человек проигрывает в игре «мне все равно, ты решаешь», а другой проигрывает, жалуясь или иным образом демонстрируя, что он действительно переживает
переживает и не хочет, чтобы другой человек решал. Игры окончены. Просто заткнись и выбирай. Ты тот, кто придирается, а другой человек хочет, чтобы ты выбрал. Часто придирчивые люди даже не подозревали, что они придирчивы. До того момента, пока им не приходилось делать выбор. И вдруг они обнаруживают: на самом деле я придирчив, я хочу съесть X. Давай просто съедим X. Потрясающе. Отлично. Все выигрывают. Если ни один из вас действительно не имеет твердого мнения, игра переходит к быстрому завершению. И все снова выигрывают. Несмотря ни на что, все выигрывают. Единственный способ потерпеть неудачу, это если один или оба из вас жалкие люди, склонные к спорам. В этом случае, надеюсь, вы обнаружите свой порог и либо начнете работать над ним, либо просто прекратите быть друзьями, парой, людьми, которые просто выходят поесть. В этом случае все еще выигрывают. Эй, спасибо, что досмотрел ролик до самого конца. Не забывай писать любой коммент длиннее 4 слов, ставить лайк и подписываться на канал. И колокольчик тоже не забывай. И колокольчик жмякни и включи в нем все уведомления. Ну, чтобы не пропускать новые ролики. А также предлагаю посмотреть вот эти 2 ролика. Спасибо за поддержку и до скорых встреч.